Я выражаю тебе свое. Ох! И стол. Я бы все шансы сейчас. Шара 3 сразу захотел. Еще что-то играли. Женя своими рассказами, блин, сбил с понтового. Главное найти вино. Хочется, да? В теплые края. На БМВ. Да, на ее БМВ. 12 цилиндров. Знаешь, что кошелёт этот у нас там? Масло или чего? Бля. Всего. Коль, 35 литров на сотню. А зачем она? Чем ее везут? А из серии, а вот у меня есть, а у тебя нет. Там... что на льду. Я, кстати, сейчас вот самый Нивы переезжал, уж третьих камчатских уже не стоят. И народник понял. Слушай, везде. Ты видел видео на финском? Это самое, где контейнеровой порт заходит, там народ сидит, знаешь, не сидят, 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 и ждут. Волна. Кто? Покидал, кто чё там? Олег? Да. Кто такой, как Олег? У меня дочка у меня постоянно такую тему. Как Олег. Опа, опа. Я сюда. Прекрасно. Девочки. Конечно, это боль у нас все. У нас, если сильно надо ударить, надо боль зала, да? Ну, иди печатки.
знаю, алло. Алло. А вот чем спросил? Чего? Таким? Да нет, я думаю, с этим этим. Не, этим реально было. Ну тут и надо больше. Собечек фигу. Я предложил, а не забил ты сам. Боря мне подсказывал, надо штрафануть. Сидели, да? Сыграть разок, а потом... А я с Дубником, с Алексеем, что-то... Только три партии сыграны. Через бой. Наверное, если третья игра с Алексеем, черт не чем, так, да, я не Ну, понятно.
зачем? Коллега. Ты выглядел, Боря, как он дурак. Дурака? Да, вообще дурак. Какой дурак? На две лузы. Сейчас еще будет полчаса накручивать. Потом прицеливаться. Правильно, что зря покупали эту штуку. Ему само удовольствие доставляет. Накрутить эту хрень. Ты что же мерил? Продолжаем, ладно. Иди записывайся, Боря, давай. Давай, Жень.